Привет, я Дестер, и это вторая часть того, как я выживаю на одном острове. Мои планы такие, я хочу переделать ферму мобов и пойти в пещеру под своим островом. Ну как в пещеру, мне ее самому надо выкопать. Добыв камень, вернулся на остров и заметил, что моя береза выросла. Затем я пересадил их. А вот я строю ферму, не подозревая о том, что в океане не могут заспавниться мобы. В своей шахте я нашел пещеру, полностью затопленную водой. И тут было железо, самый необходимый материал мне на сейчас. А затем, пока я плавал, я нашел алмазы. Да. Так как у меня была каменная икра, мне пришлось просто уплыть оттуда. После того, как я получил железные слитки, я сделал себе железную кирку, а потом вскоре хотел сделать ей ведро. Смотрите, какая у меня береза получилась. Затем я чуть не умер из-за того, что упал со своей фермы. Я до сих пор не заглянул на Википедию и не узнал, что мобы не появляются в океане. И только сейчас я заглянул на Вики и посмотрел, что мобы не появляются в океане. Сейчас я хочу сделать лодку и пойти искать суши. Да, то, что я говорил, что мне нельзя покидать остров, я имел в виду то, что мне нужно жить именно на нем. Приплыв к суше, я собирался строить ферму мобов. Для этого мне пришлось вырыть много места. Ну и собственно на острове пригодятся блоки. Уже темнело, у меня было половина здоровья, поэтому я решил не рисковать и вернуться на остров. А потом сделал еще несколько печек, чтобы быстрее переплавливать ламинарий. Но тут на меня навалилась беда. Что это такое? Ёкперный ты Хп на дно, скорее. Это было очень неожиданно и очень страшно, да. Я решил переночевать в своей шахте. А потом я додумался скрафтить кровать и поспать. Я выплыл на разведку, и вроде бы никого не было. А потом я понял, что эти беспилотники залетели в мою ферму. Чтобы жизнь медом не казалась, я решил ее снести. Потом я увидел, что картошка отсидела свой срок, и ее можно выпускать. А потом опять посадил, сразу четверых. Я сделал небольшой островок, где будут расти все мои деревья. А потом я решил построить себе сарай, чтобы хоть где-то жить. Вот такой сарай вышел. Это был остров на самый первый день. Это остров на второй, а это уже на пятый. А сейчас буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели. Всем пока.